Всем привет! Давно я не записывала никакие видео. Мне кажется, почти каждый выпуск такой мой начинается на YouTube. Я не занимаюсь им, не развиваю его. Но вот решила вам рассказать о своих каких-то переменах. Последний раз я выкладывала видео в Таиланде, находясь в кровати. Я отдыхала. Это было апрель-май. В июне я вернулась в Москву с мыслями о том, что я уже все выхожу из моделинга. Но, конечно же, я из него не вышла. У меня сразу началась работа. То есть, мне кажется, на следующий день или через день у меня начались съемки. И съемки у меня начались активно. Моя кошка бегает активно. Так как у меня еще никогда не было таких активных съемок, то есть много. У меня было много съемок. Вот, хочется сказать, не как в Китае, конечно же. Я уже побывала в Китае. В общем, я стала хорошо зарабатывать. Ну как хорошо, то есть я стала зарабатывать по 500 000. Я никогда еще не зарабатывала таких денег. И, ну, для кого-то это, наверное, маленькие деньги, да, то есть я, конечно же, все же больше, наверное, ориентируюсь на людей, которые зарабатывают больше, как-то не хочется ориентироваться на людей таких, и поэтому я себя принижаю, то есть я по сравнению с теми, кто зарабатывает больше, живет лучше, зарабатываю мало. Вот, но я стала зарабатывать, как я считаю, хорошо, то есть я стала больше себе позволять, я стала покупать себе лучшую одежду, чаще ходить в какие-то рестораны, лучше косметику, то есть все немножко дороже у меня стало. Вот, живу я по-прежнему там же, где я и жила. Это вот в своей комнате я живу, еще в области. То есть я все это время... Видно еда отсюда? То есть я все это время ездила, вот все-все-все время ездила в Москву на автобусе, на маршрутке целый час. Час в дороге. Представляете, я живу с мамой. Живу в комнате, квартиру еще не снимаю. И вот я сейчас уже думаю о том, чтобы начать снимать квартиру в Москве. Конечно же, я могла бы ее снимать еще и пораньше, да, потому что я начала больше зарабатывать, но я в этом году решила вложиться в съемки. Я себе сделала несколько, ну, таких достаточно дорогих съемок. В Москве у хороших фотографов фотографироваться недешево. Мне не все фотографируют бесплатно. И получается одна съемка с фотографом, стилист, визажист, там примерно 2 часа стоит около там 80-90 тысяч рублей. Вот. И я, по-моему, 4 таких съемки сделала. Могла бы квартиру уже снимать, но ничуть не жалею. Сегодня выбрала наконец-таки фотографии с съемки, которые я очень-очень-очень как-то у меня не доходили руки. Я откладывала и откладывала. И вот я не жалею. Я не жалею, что я сделала эти съемки. Я довольна. Мне кажется, что все идет так, как надо. Вот. Ну и плюс вместо того, чтобы снимать квартиру в Москве, я себе, конечно же, я девочка все же, да, я хочу себе покупать хорошую одежду. Нет, мне ее не дают по бартеру, мне, ну, то, что я бы хотела лично, да, мне по бартеру не дадут. Поэтому я это покупаю, одежда моя стала немножко получше, ее по-прежнему не прямо так много, но стала я покупать одежду подороже, 10, 15, 20 у меня вещь примерно стоит. Вот. Не все так вещи, конечно, стоят.
Вот, получше, покачественнее, мне нравится то, как я себя в них ощущаю, я себя ощущаю лучше в хороших вещах. И сейчас я хочу жить в хорошей квартире, но что значит хорошей? То есть в хорошем ремонте. Мне не нравится то место, где я живу, не хочу жить в этом поселке. Мне очень долго ездить до Москвы, я иду на эту маршрутку, автобус. У меня такой долгий сторис, я не знаю, будете вы это слушать или нет. Я очень долго еду, я устала уже от дороги, конечно, я от этого устаю, и я хочу жить, во-первых, в квартире с хорошим ремонтом, во-вторых, я хочу жить в Москве, чтобы мне не нужно было ездить в такие большие расстояния. Хочу сказать, что очень-очень много упирается в деньги, и я считаю, почему у меня все так долго идет, потому что я... Отмазки это или нет, одна, да, все делаю, ну что все делаю, то есть у меня нет парня, поэтому у меня как-то все идет медленно, потихоньку, постепенно, во-вторых, я сама человек не такой, не быстрый, но я живу в своем каком-то темпе, вот, в общем, хочу переехать, хочу жить в Москве, в Таиланд я... Не хочу, по крайней мере, сейчас. Мне хочется жить в Москве, двигаться в Москве, развиваться в Москве. На данный момент у меня такие желания. Вот, работаю я на данный момент фотомоделью. Я востребована. Недавно летала в Китай на неделю. У меня там каждый день была работа. Я думала, что я полечу на месяц, но... Просто прилетев в такие условия работы, да, я поняла, что я так не хочу. Я не хочу так жить, не хочу так работать. Если жить в Китае и работать там, ну, то это нужно просто вот жить на работе. Вот. Но смотря, конечно, еще какие условия на работе, да. То есть там не очень хорошая была студия, она была грязная, такая пыльная какая-то. Вот, я, конечно же, могла бы нормально поговорить и договориться о том, что, наверное, я вот тут не хочу работать, а дайте мне другую студию, но вот я решила, вот психанула, нет, я так не буду работать, улечу в Москву. Ну и изначально мне вообще не очень нравились люди эти все, которые меня окружали, меня все раздражало. Вот, в общем, хочу жить в Москве и двигаться тоже в Москве. А вот такие у меня новости. Не знаю, кто меня дослушал до конца. Вот, всем пока!